Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Есть такое блюдо, про которое, наверное, каждый из вас слышал, но далеко не каждый пробовал. Утка по-пекински. С ним связано довольно много легенд. Одна из них – это то, что утку готовили для китайского императора. Он съедал только шкурку, она была волшебная. Мясо доставалось приближенным, а из острова варили суп для слуг. Я пробовал такую в одном китайском ресторане в Москве. Это был очень китайский ресторан, да там даже официанты все были китайцами. Более того, далеко не все из них на английском говорили, я уж про русский вообще молчу. В этот ресторан люди из китайского посольства водили своих китайских гостей. Но речь не об этом. Я, признаться честно, тогда ожидал от утки гораздо большего, а получил просто вкусную, ну, никак не волшебную. Но мне сейчас захотелось такой утки, я решил повторить рецепт, конечно, по мотивам. Вот у меня утка, я старательно поработал щипчиками, правда, далеко не все выдрал. Теперь надо полить ее старательно. Вот так. А тут лучше для обработки щипчиками привлечь, как я думаю, свою жену или девушку. У них опыта работы с щипчиками гораздо больше, чем у вас. Так. А сейчас надо ее кипяточком облить со всех сторон. Рецепт, конечно, безусловно праздничный, так как подготовка растягивается на пару дней. И в первый день, то есть сегодня, ошпаренную утку и выщипанную уже с выщипанными бровями нужно натереть сладким рисовым вином. У меня Хон Мирин. Сначала, конечно, протереть насухо бумажными полотенцами, подсушить, так сказать. Благо при сегодняшней повальной просто увлеченности народа японской и китайской кухни купить сладкое рисовое вино вовсе не проблема. Впрочем, если у вас такого нет, то не парьтесь, берите любое другое сладкое вино, не обязательно рисовое даже. Можно, я думаю, даже и портвишком обойтись сладким. Тоже будет вкусно. Конечно, это будут не китайские вкусы. Вот так. И теперь даем утке полежать минуток 10, чтобы немножко подсохло. А вот эта сладость вина сделает шкурку утки более такой липкой, клейкой, и, соответственно, к ней соль лучше приклеится. И через 10 минут натираем солью и изнутри, и снаружи, крупной, морской. Как вы знаете, соль, проникая в толщу мяса, увеличивает осмотическое давление на стенки клеток, и некоторые из них лопаются. Соответственно, клеточная жидкость выходит в межклеточное пространство, и именно с этим и связан тот эффект, что посоленное мясо теряет свой сок. Утку надо в таком состоянии оставить минимум на 12 часов в холодильнике, можно и на сутки. Да, кстати, надо постараться шкуру от тушки отделить, как получится, конечно. Вообще, в оригинале, как я читал, уток через шею насосом накачивают китайцы. Но у меня ни насоса нет, ни компрессора, поэтому я вот как получится, так и сделаю. Да и упоминал уже, что у меня утка будет по мотивам пекинская, вовсе не оригинальный рецепт. Остается ее подвесить за шею в холодильнике, чтобы выделяющийся сок стекал. Вот так она до завтра в холодильнике и провисит. Только я, естественно, плошку поставлю, чтобы весь стекающий сок из этой утки холодильник не загаживал. Продолжаем разговор. Уточка в холодильнике провисела, немножечко подсохла шкурка такая. Она, как мне кажется, уплотнилась. Скорее всего, это незаметно, это я себе придумываю, но тем не менее. Сегодня второй этап подготовки. Надо натереть ее снаружи медом и оставить в покое в подвешенном состоянии в холодильнике еще на 12 часов, можно на сутки. Мед у меня, кстати говоря, засахарился, поэтому я его немножечко разогрел в микроволновке. С медом главное не переборщить. Растирать надо тонким-тонким слоем по шкурке. Все, и теперь опять в подвешенном состоянии надо убрать ее в холодильник на сутки. И снова здравствуйте. Сегодня можно будет наконец-таки попробовать уточку. Она отвисилась ночь в холодильнике, и сейчас я ее отправлю запекаться. Но сначала надо, конечно же, подготовиться.
Вообще крыжить крылья, они не нужны. Вот так будет отлично. Для запекания мне понадобится вот такая посудина, в нее стакан воды, решетку и печку нашу сверху уложить. Обязательно грудкой вверх кладем. На первом этапе грудкой вверх. Утку я вчера мазал медом, а он в духовке норовит моментально сгореть. Поэтому фольгой накрыть, старательно все запечатав. Вода из противня будет испаряться, и утка будет готовиться в таком паровом облаке. На первом этапе 1 час при 190 градусах температуры. Духовка уже нагрета. И пока птичка запекается, подготовлю обмазку для следующего этапа. Это черный молотый перец, молотый имбирь, соевый соус и кунжутное масло. Смесь должна быть такой довольно густой. За час перец и имбирь отдадут в масло все свои ароматы. Соевый соус добавит солености и получится как раз таки классная, однородная, такая вкусная обмазка. Час прошел, пора обмазывать птицу. Со всех сторон. Равномерно, тщательно. И возвращаю в духовку. Теперь температура уже 260 градусов. И надо следить, чтобы птица не сгорела. Время запекания 25 минут. Заранее подготовлю вторую смесь для обмазки. Теперь мед и соевый соус. Двадцать пять минут прошло. Наносим мед и соевый соус так же равномерно, как и первую обмазку, со всех сторон, тщательно. Кстати, нагрев в духовке уже пора выключить. И теперь отправлю птицу в остывающую духовку на 5, 10, 15 минут. Ну и начинаем готовиться к подаче. Мне надо очистить огурец от шкурки и от семян. А лепешки можно прогреть на сухой сковороде. Можно, конечно, было бы заморочиться с выпеканием, но зачем лишний геморрой? Что вы, тонкий лаваш не найдете, что ли? Или лепешки тортили не купите? Я же говорил, что рецепт сегодня не аутентичный, а по мотивам, так сказать. А утку надо нарезать небольшими кусочками. И постараться сделать так, чтобы на каждом кусочке была шкурка. На лепешку соус хайсин. Купил его в супермаркете. Если вам лень искать в супермаркете хайсин и хотите заморочиться самостоятельно его приготовить, то сделайте так. В кастрюльку налейте соевого соуса, положите туда парочку звездочек бадьяна, положите парочку зубчиков чеснока, проварите минут 5-10 на слабом огне. Сахара добавьте обязательно по вкусу, он такой должен быть сладко-соленый. Процедите.
В процеженный соевый соус, ароматизированный, добавьте немного разведенного в воде кукурузного крахмала, добавьте туда немного винного уксуса или рисового, такой для легкой кислинки, и кунжутного масла. Доведите до загустевания на среднем огне, и все, хайсин домашний у вас готов. Так, ну и пора уже вкусить этой императорской еды. Вы знаете, все как в прошлый раз. Это вкусная утка, ну никакая там не божественная, не императорская. Я уж не знаю, как конкретно императору готовили, но если приблизительно так же, то я не знаю, чем там особенно восхищаться. Мягкое, сочное мясо. Вкусненькая такая сладко-солено-имбирная шкурка. Но и только. Едал я еды и повкуснее. Тот же холодец, например. Вот такая у меня штука. Ладно, но доедать буду за кадром. Огромное спасибо за компанию. Спасибо, что смотрите со мной эти эксперименты кулинарные. Да. Вы видели сегодня, каким я ножом резал? Самура подогнала из новой серии. Это Самура Метеора. Вот такая вот ручная ковка. Сидела АУС-10. И... заточка на линзу, для тех, кто понимает. Классная штука. Промокод Фреско позволит вам сэкономить. Огромное спасибо за компанию. Всем пока!